До 2 декабря 2019 года необходимо заплатить налоги. В этом году в этот процесс внесены ряд изменений. Налоговые уведомления жители уже начали получать как по почте, так и через личный кабинет налогоплательщика. Рассылка уведомлений продлится до конца октября. Управление ФНС России по Республике Татарстан информирует, что если сумма начисления окажется меньше 100 рублей, налоговое уведомление направляться не будет. Налогоплательщик получит его либо в следующем году, если сумма начислений будет больше 100 рублей, либо сразу за 3 года. В этом году изменилось содержимое конвертов. В них не вложены квитанции. Вместо них имеется налоговое уведомление со всеми необходимыми реквизитами для перечисления налогов. QR-код или штрих-код – уникальный идентификатор начисления. Они размещены после каждой позиции расчета налогов. Произвести уплату начисленных налогов при получении бумажного налогового уведомления можно любым удобным способом. С помощью сервиса «Заплати налоги» на сайте ФНС России, введя номер УИН. Пользователи личного кабинета налогоплательщика имеют возможность заплатить налоги в режиме онлайн, воспользовавшись клавишей «Оплатить». Кроме того, произошли изменения и в порядке расчета налогов, и в предоставлении льгот. Они касаются многодетных семей. В части налога на имущество многодетные семьи также получили дополнительные вычеты. Они полагаются родителям, у которых 3 и больше несовершеннолетних детей. Платеж уменьшается на 5 квадратных метров общей площади квартиры и на 7 квадратных метров общей площади жилого дома в расчете на каждого несовершеннолетнего ребенка. Напоминаем, что заплатить налоги следует до 2 декабря 2019 года. Елена Маврина, Денис Ипатов, новости Татарстана.